«Синий трактор» представляет. Песочный замок. Грузовик, привет! Привет, синий трактор! Я еду в песочницу строить огромный замок! Хочешь со мной? Конечно, хочу! Поехали! Поливалка, ты с нами? Да, конечно! Поехали! Кажется, что-то не получается. Да уж, на замок вообще не похоже. Это потому, что в песочнице очень мало песка. А для замка его должно быть очень-очень-очень много. Не расстраивайся, синий трактор. Поехали, привезем еще песка. Ты загрузишь мне полный кузов, я выгружу его в песочницу, а поливалка сделает песок влажным, чтобы можно было построить наш замок. А почему это я всегда загружаю песок? Это, между прочим, тяжело, и я устаю. Почему бы тебе самому это не сделать? Или вон, попроси поливалку. Но ведь я не могу сам загрузить песок. У меня нет ковша. И у поливалки его тоже нет. Ей тоже нечем грузить песок. Погрузкой всегда занимался ты. Так всегда было. У тебя есть ковш. Это очень удобно. Поливалка вон вообще никогда нам не помогает. А ведь она тоже играет в песочнице. Неправда. Вообще-то я песок поливаю, чтобы он был влажным. Ведь только из влажного песка можно что-то слепить. Ты забыл? А давайте на этот раз сделаем по-другому. Мы с поливалкой поедем за песком, а ты, грузовик, потом польешь его водой, чтобы он был влажным. А как же я полью песок? У меня ведь кузов, а не цистерна. И нет специальных шлангов. Ну, придумай что-нибудь. Зато никому не будет обидно. Ладно, попробую. Поливалка, поехали, не отставай. Что же мне делать? Как же я смогу набрать и привезти воды в песочницу? Придумал! А я тебе говорю, что этого песка не хватит. Чтобы замок получился большим, нам нужно очень много песка, а не один ковш. А я думаю, что хватит. Вот видите, и ничего сложного нет. Я сам привез песок и безо всякой помощи некоторых. Теперь посмотрим, что сделает грузовик. Сможет ли он намочить песок и сделать его влажным? Да легко! Я все придумал! Смотрите! Сейчас, сейчас, сейчас! Да, теперь это не песочница, а какое-то озеро получилось. Не нужно было все сразу выливать, нужно было потихонечку. Ты все испортил. Простите меня, пожалуйста, я не специально. Я ведь не предназначен для перевозки воды. Я вожу другие грузы. Ладно. Только нужно теперь придумать, как все исправить. Мы же хотели построить песочный замок. Друзья, я, кажется, понял. Каждый должен делать то, что у него хорошо получается. Я могу загрузить в кузов грузовика песок. Грузовик может привезти его сюда и выгрузить в песочницу. А ты, поливалка, польешь его водой, чтобы он был влажным. Малыш, а ты помогаешь папе и маме? Молодец! Синий трактор, ты прав. Поехали за песком. А пока мы ездим за песком, солнышко нагреет нашу игровую площадку, и вода высохнет. Ура! У нас будет настоящий замок, а из меня получится настоящая принцесса. Ха-ха!
Это точно! О, какой классный замок у нас получился! Ура! Ура! Теперь мы можем хоть весь день играть в песочнице! Да уж, песка у нас теперь хватит на всех! И, конечно же, мы больше никогда не будем ссориться, правда? Да, конечно! Я понял, что только вместе можно справиться с любым делом. Давай смотреть дальше! Нажимай скорее на эти картинки! Малыш, чего же ты ждешь? Нажимай!